Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня очень интересное видео, потому что сегодня будет конкурс для вас, мои подписчики. Как вы знаете, что на своем канале я делаю конкурс каждую 1000 подписчиков, но, к сожалению, к счастью, на моем канале очень быстро начали расти подписчики, поэтому барьер в 2000 мы прошли очень быстро, буквально за несколько дней, что я даже не успела опомниться, как у вас уже 3000 с лишним, и вы все растете и растете, за что вам большое спасибо. Поэтому у нас сегодня будет два приза за 2000 и за 3000 подписчиков, то есть я сделаю сразу. Мы пропустим с вами точно так же 4000 и на 5000, я тоже сделаю два победителя, но это после. А сегодня я хочу на самом деле очень поблагодарить всех своих подписчиков, которые со мной с самого начала, новых, которые пришли, активно участвуют в дискуссиях, комментируют, задают вопросы, участвуют вообще вот в нашей такой маленькой компании. Я на самом деле очень рада, и даже и хейтеров даже на самом деле я тоже добро пожаловать, просто когда совсем сильные там, да, оскорбления без причин, то я, конечно, удаляю такие комментарии, но в принципе даже на негатив я реагирую, где-то реагирую положительно, где-то реагирую отрицательно, но все вы мне даете стимул. Те, которые пишут плохие комментарии, они дают мне стимул, в общем, что-то, да, общаться и так далее. Вообще движение создают на канале. Те, кто пишет хорошие комментарии, вам вообще большое спасибо, потому что именно вы движете мой канал. Именно вы вдохновляете меня на то, чтобы я что-то для вас снимала, придумывала. Вы не поверите, но целыми днями о чем я только думаю. Я думаю о том, как бы их порадовать, как бы им, чтобы им понравилось, как бы, чтобы они ответили, да, чтобы... То есть я думаю только о вас, мои дорогие. Всех добро пожаловать ко мне. И сегодня будет конкурс. Конкурс, естественно, для моих подписчиков, поэтому участвуют только мои подписчики в этом конкурсе. Что я могу сказать? Для начала я хочу рассказать вам о хайлайтере, который я купила недавно. Как вы помните, может быть, вы уже не помните, в некоторых видео я так или иначе говорила о том, что вот, был отличный хайлайтер, который мне нравился, был классный цвет. Я вообще больная на хайлайтеры, сразу скажу. У меня скоро будет коллекция хайлайтеров, я обязательно ее сниму. Их уже много всех марок от и до, бюджетные и небюджетные, и дорогие. В общем, совсем недавно я нашла у нас такой рыночек в Ростове-на-Дону, да, где есть такие ларечки с косметикой, и такая косметика, ну, как бы необычная, да, что-то вот что-то такое вот, что по интернету ходит, да. Я приобрела себе там хайлайтер. Что мне понравилось, что он трех цветов, смотрите, он трех цветов. Я искала вот такой цвет всегда, посмотрите, он перламутровый и с розовеньким, потом вот такой вот красивый цвет, он у нас бежевенький, и вот такой темный, но это скорее бронзатор для совсем таких смуглых и загорелых, очень красивые цвета. То есть я всегда люблю выбор, поэтому три для меня это прекрасный выбор, и... То есть мне очень он понравился. Мне понравилась его упаковочка. Посмотрите, какие девочки, да, стильные. Мне понравились качества вот этих хайлайтеров. Они очень классные. Сейчас они на мне. То есть, как ими пользоваться, в принципе, вы, наверное, знаете. Я без хайлайтера вообще жить не могу. Вот сейчас я практически не накрашена, то есть у меня ресницы накрашены, у меня также их можно использовать как тени. Я их использую, да, как тени нанесла, то есть сегодня как тени бежевые. Мои розовенькие, любименькие я нанесла, вот, вы видите, да, выблескивает под бровкой и вот здесь вот. Носик немножко намазала. Обязательно я намазываю над губкой, потому что губки становятся еще более полнее. Делаю всегда эффекты, даже мейкапом, чтобы губы всегда были полные и вот нравится мне. Я люблю пухлые губы. Вот, поэтому за счет хайлайтера мы тоже их еще больше увеличиваем, они как бы так выкручиваются и такие вот очень красивые, такой акцент на них. Поэтому хайлайтер, я могу не краситься, в принципе, да, тональный, но хайлайтер будет всегда. Поэтому призы у нас будут в этот раз, это хайлайтеры. И вот я приобрела для вас тоже два набора таких же хайлайтеров. Поэтому, девочки мои красавицы, вы также будете сиять, как и я сегодня. Щечки, глазки, губки, все сделайте красиво, потому что я считаю, что это достойный
достойный подарок и классные хайлайтеры. Мне очень нравится. Плюс есть выбор, то есть подойдет каждому. Плюс их можно использовать как тень. Плюс здесь есть зеркало, плюс здесь классная упаковка. То есть, короче, одни плюсы, они вот полностью запечатаны, и два победителя это получат. Итак, что нам нужно для того, чтобы участвовать в конкурсе? Первое, вам нужно быть моим подписчиком. Второе, поставить лайк этому видео. Третье. Вам нужно сделать репост на свою соцсеть. Это может быть Одноклассники, ВКонтакте или Фейсбук. Но лучше, чтобы это был контакт. Если у вас есть контакт, это преимущественно. Сделать репост, поделиться со своими друзьями. И также написать комментарий под этим видео. Написать, что вы участвуете. Можете еще что-нибудь написать, как хотите. И обязательно ссылочку на ваш репост. Потому что участвовать будут только те, кто выполнил все условия. И победитель будет, как всегда, как в первом конкурсе, вы можете это посмотреть, я не буду повторять, снимать повторное видео, я решила просто победителей выложить в своем инстаграме или в группе ВКонтакте. То есть, кто еще не подписан на мой инстаграм, кстати, я хотела вам сказать о том, что подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много интересного, я ежедневно выкладываю фотографии, может быть, что-то я делаю, там в машине там пою, что-нибудь интересное, короче, что я ем, в общем, много что можно там увидеть, поэтому, если у вас есть инстаграм, вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. То есть там будут у нас результаты ровно через неделю. Неделю будет длиться этот конкурс. Там будут результаты, либо в группе ВКонтакте, если у вас нет инстаграма, то в группе ВКонтакте подписывайтесь. Я все оставлю, все подробности, то, что я сейчас сказала, под видео. Если вы не запомнили, вы можете посмотреть и все по пунктикам сделать, если вам интересно. Ну что, мои дорогие, вот что я хотела сказать. Я очень счастлива, что сегодня я провожу для вас конкурс, и обязательно будет два счастливчика, которые получат эту красоту, красоту, лепоту. Я была бы очень рада такое получить. Вот. Всем я желаю удачи. Я хочу, чтобы выиграли вообще все, но, к сожалению, только счастливчики выиграют. Но ничего, конкурсов будет еще впереди много, поэтому участвуйте, пробуйте шансы, проверьте заодно, какие вы счастливчики. Я с вами прощаюсь, пойду снимать новые видео для вас. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!